Я считаю, что жить нужно честно, правильно, в первую очередь не врать самому себе и не делать гадости другим. Вот и все. Даже если человек где-то оступился, ну, сделал тебе как-то больно. Ну, нельзя делать просто гадости людям, потому что это все равно как-то вернется с какой-то кармой, мне кажется, тебе обратно. Вот и все. Просто нужно жить как можно больше по чесноку. Вот и все.